Всем привет, с вами Сергей ТВ. Перед началом моего нового ролика я бы хотел извиниться перед всеми теми, кто так долго ждал нового видео на моем канале. Нихуя себе долго, целый год прошел, это же целая вечность. И сегодня я снимаю новое видео, которое посвящено моей самой любимой теме – школе. В скобочках нет. Итак, поехали. На моем канале уже было подобное видео, оно было посвящено 1 сентября. С того момента прошло уже достаточно много времени, но ни система образования, ни мое отношение к ней не изменилось. И поэтому сегодня я буду снимать видео про всеми любимый единый государственный экзамен. В скобочках нет. Вообще я ничего не имею против единого государственного экзамена. На мой взгляд, это очень важная вещь, потому что она уравнивает шансы всех абитуриентов при приеме в высшее учебное заведение. Но то, что происходит во время подготовки к ЕГЭ, это просто пиздец. Меня это конкретно уже заебало, и я вам сейчас расскажу почему. Учителя нас запугивают. Из их уст звучат подобные фразы. Мы вас, конечно, не запугиваем, но ебать вам пизда на экзаменах. Я правда не понимаю такого отношения, ведь мы и так все на нервах перед этими ебучими экзаменами. Кстати, наши родители тоже на нервах, даже больше, чем мы сами. Но кто-то посчитал, что родители не до конца осознают важность этого события, и поэтому придумали такую хуйню. ЕГЭ для родителей. В рамках этого мероприятия родители должны будут писать экзамен в условиях, которые будут максимально приближены к тем, в которых мы будем писать. Идея заключается в том, чтобы родители осознали важность этого мероприятия. А то, блядь, они ее не осознают. Ну вот, короче, я вам рассказал о своем отношении к единым государственным экзаменам. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, у кого-то альтернативная точка зрения. Я ее с радостью выслушаю и подискутирую с вами. Но основная моя мысль, это, конечно же, скорее бы закончить эту ебаную школу.